На старт вышли 94 лыжника. Накануне в Якутске на озере Сейсары прошли 4-е спортивные лыжные гонки «Вечерние огни Туймады». В спринте на 1200 метров приняли участие профессиональные спортсмены и любители со всей республики. Денежные и ценные призы разыграли среди мужчин, женщин и школьников. Победителем спринта стал мастер спорта по лыжным гонкам Александр Филиппов. Гонка получилась довольно интересная, дистанция короткая, поэтому соперники настроены, боролись, все выглядели примерно в равных условиях, было не так легко. Динамика участников каждым годом растет. Если на первом чемпионате было всего лишь 52 участника, то сегодня участвует 94 человека. Это сильнейшие лыжники нашей республики.